Салам алейкум, азиз дослар, гардашлар, баджилар. Сегодня наш народ ведет отечественную войну за освобождение исконно азербайджанских земель. Хочу подчеркнуть именно азербайджанских земель. Я русский азербайджанец. Мен азербайджан вятандаши. И таких, как я, у нас в стране тысячи. Тысячи. У нас очень много русских школ. Славянский институт, русский драмтеатр, очень много православных церквей, русская община, русская диаспора, русское содружество. И мы все, граждане этой страны, готовы пойти на фронт и освобождать наши земли. В первую очередь я хотел бы пожелать крепкого здоровья нашим ребятам, нашим солдатам. Эшколсон, шалар, сах саламат гайдан. Вы делаете историю. Вы восстанавливаете историю. Низкий поклон вашим матерям. Крепкого здоровья им и терпения. Шахидам Аллах рахмет эйлесин. Ваша кровь не останется безнаказанной. И хотелось бы процитировать Пушкина. И будет счастье на земле. И будет мир меж всех народов. И солнце выглянет опять. Из-за покрытых тьмою сводов. Галебе bizim. Aziz izleyiciler, eğer kanalımıza abone olmamışsınızsa, videonun aşağısındaki abone ol düğmesini ve zıngırov işaretini basın. Videonu beğenmeyiniz ve şerh yazmağınız bizim için önemlidir.